Всем привет, с вами Дава, и сегодня у нас обзор омского кальяна, омского производителя U-Cup, I-Cup, E-Cup. Короче, то же самое, что и с U4, кто-то I4, кто-то U4, кто-то Y4 называет, да, непонятно. А, собственно, давайте разбирать с самого начала, о чем я всегда забываю, это его цена. А, мне пришел комплект, я посмотрел цену этого комплекта на кальяне, но так не смог разобраться, потому что некоторых деталей, которые есть абсолютно в всех трех комплектах, у меня нету. Поэтому цена его непонятна, сколько именно за мой комплект. Поэтому я скажу, что примерный мой комплект колеблется от 2900 до 3400 за кальян. Это очень дешево. Очень-очень дешево, да? Давайте, собственно, смотреть. Идет он вот такой вот кордонной коробке. Эта коробка больше предназначена просто для продажи, но никак не для дальнейшего эксплуатирования этой коробки. То есть купил, собрал коробку в отстойник, сразу выкинул, и все. А что у нас есть внутри этой коробочки? Да, она уже изрядно потрепана. Есть, собственно, сама шахта. Она выглядит вот так вот. Да, здесь нет никаких накладок. Это, то есть, а-ля базовая, а-ля базис, да? То есть, первым такую хуйню, наверное, делали ребята из SoftSmoke, когда они сделали максимально бюджетный кальян без каких-либо накладок. Просто шахта, просто для домашнего курения, никаких понтов и выебонов в этом нет. А, есть блюдце, тоже из нержавейки, плюс порошковая краска. Краска в скором времени оторвется, это уже пройденный вариант. Ага, да, стоит нормально. А, есть, собственно, мундштучок. Тоже такой обычный, дешевенький, очень легкий, очень тоненький. Ну и просто, грубо говоря, палочка, на котором сделана гравировочка. И есть шланг Soft Touch. Хороший, приятный, мягкий, не перегибается. И есть, собственно, наклейка. И есть бумажка. Это заодно как бы бумажка и, наверное, гарантия. Так, что здесь написано? Внутренний диаметр шахты 13 мм, шарик из полимера, быстросъемное соединение O-ring, это вот здесь, да? Шахта прессована в основании. А, то есть все, я понял. Ага, я ее уже не вытащу и не закручу обратно. То есть все, она уже мертвым грузом. Верхняя, собственно, тоже. А, ну я понял, это монотон. Да, ребята, это просто одна трубка. Она нигде не раскручивается, не скручивается. Очень круто. Промывать, по крайней мере, будет удобно. Давайте, собственно, его соберем, и я сразу укажу минусы, да. Минусы я в нем нашел сразу. То есть не нужно было долго его прокуривать, чтобы понять, в чем заключаются его минусы. Так. Ага. Началось. А, очень прикольное основание под чашечку, то есть где садится, да, очень-очень круто, так раскручивается. Далее, засовывается блюдце, и под блюдцем, то есть можно немного увеличить длину вашего кальяна. Здесь поняли, как регулируемая подвесочка, можно вот так крутить, и блюдце будет подниматься наверх. То есть на сантиметр можно кальян сделать выше и быть чуть-чуть круче, чем ваши друзья. На самом деле, я не знаю, для чего эта хуйня сделана. Это, короче, грубо говоря, это штопорная шайба, которая вот здесь раскручивается, чтобы блюдце не скользило по самой шахте, потому что у нее нет декоративной части. Так, шланг у нас есть. Так, давайте сразу это все посадим сразу на кальян. Аллилуйя, все залезло, вставим сюда. Так, ну он двухсторонний, короче, здесь без разницы. Но думаю, вот так вот будет прикольнее. А, вот так и, собственно, вот так. Да? Все, у нас все залезло. Теперь давайте его уже пройдемся по его технической части. Сейчас я чашечку закину на прогревчик. Thank you.
это сделать. Так, на прогревчик мы закинули нашу чашечку. Сейчас мы ее посадим на наше основание. В принципе, основание довольно-таки бодрое и все удобно садится. У него есть маленькие ребрышки, которые создают лишнее сопротивление. Так вот, что касается клапана, клапан выполнен прикольно. Тоже на рингах легко достается, легко засовывается. Но есть проблема большая, это с коннектором шланга. Потому что он достается просто вообще максимально легко. То есть, если вот так сделать, то немного приподнять, и он вылазит. Я думаю, бля, это будет дикая проблема именно с тем, что он будет постоянно выпадать. То есть, можно даже вообще без усилия просто засунуть, высунуть. Либо диаметр слишком широкий для данных O-ring колец, либо хуй его знает что. Ну, потому что это, как я думаю, не дело, вот. То есть, ну, вы поняли, с этим максимально сложно. Далее, по внешнему форм-фактору, как я и говорил, это эконом. Здесь, в принципе, ни до чего не доебешься, но и с одной стороны выполнено все хорошо. А теперь, что касается недостающей детали, которой нет в моем комплекте, это съемного диффузора. То есть, во всех трех комплектациях, которые указаны на сайте, везде есть диффузор. То есть, примерно вам сейчас расскажу как. 2900 комплект, блюдце, шахта, вроде все. 3400 это блюдце, шахта, шланг, мундштук. И 4300 вроде бы это блюдце, шахта, шланг, мундштук плюс колба, крафт. Но колбы у меня нет, соответственно я сразу подумал, что мой комплект стоит 3400. Окей, а съемного диффузора тоже нет, соответственно здесь уже немного непонятно. Так, а что еще? По шлангу, по мундштуку, в принципе, замечаний нет. Как это все выполнено? Нет. Полициталь гладко отполированный, ровный, приятный, хороший. Цена радует. Но, если тебе поебать, как выглядит твой кальян, почему бы за эти деньги не купить себе биста? Да? Здесь все равно просто трубка и все. А походным его не назовешь. Соответственно, чисто домашний, но и чисто домашний подойдет обычный КМ, раз здесь нет каких-то деталей, которые бы вызывали радость твоему глазу. По продуву все хорошо, шарик работает отлично, выдувается беспроблемно, колба тоже выдувается беспроблемно. Тяга легенькая. Тяга легенькая, хорошая. А по поводу высоты коленов это 545 миллиметров, то есть 54 сантиметра с небольшим, но можно с помощью регулятора высоты для твоих друзей добиться 550 миллиметров. Да, это хорошо. А что еще о нем рассказать? В принципе, да, я бы, возможно, была бы накладка, я подоебывался бы до накладки для ее красоты, но ее попросту нет, и по дефолту ее тоже нет. Соответственно, здесь как бы, ну, по большей части ни до чего не доебешься. Блюдце хорошее, реально блюдце хорошее. Краска слетит, да хуй с ней. Угольки не упадут, коннектор прикольный, шланг хороший, мундштук хороший, O-ring, вот это дерьмо, да. На клапане и то, может я тупой, может я просто не туда вставляю, может как-то вы, ну, задумано совсем иначе. Ага, нет, она сюда не залазит, здесь просто как хуй в как карандаш в стакане, да? То есть не получится. Есть определенные дырки под определенные вещи. Но вот это меня вот напрягает. Съемного диффузора нет, да и как бы хуй с ним. Колбы нет, но доплати, появится у тебя колба. Курица, в принципе, хорошо, но за 2900, думаю, даже охуенно. Поначалу я думал, что кальян U-Cup, да, U-Cup. Именно кальян называется не
I-Cup, E-Cup, IU-Cup. Почему? Вначале думал, это какая-то аббревиатура, а потом, когда мне написал производитель, я понял, что у него фамилия Юкапов. Юкап, блядь, все максимально просто, без выебонов и всего остального. А, не забудьте помыть изделие перед первым применением, я его помыл. Короче, вот ссылочки, Юкап.ру, vk.com, Юкап.хука и Instagram, Юкап, нижний прочерк. Думаю, на этом все, это Дава Дыма, это обзор такого маленького кальяна эконом-класса а-ля Победа. Так что всем пока.